it's about how you survive them. Witam was bardzo serdecznie w odcinku numer 5. No to jedziemy z tego koks. Mam nadzieję, że żołnierzy nie będzie. O ja pierdolę, ile tego jest. Thank you.
Ja ci mogę wrócić. Teraz można. Сергей Петрович, слыхали? Они отложили испытание дуги. Сэр, мой источник, позывной «Красный глаз», утверждает, что РЛС-дуга — это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Согласно другому нашему источнику, позывной «Белоснежка», в КГБ интересуются экспериментами по управлению сознанием. Для этого им понадобится очень много энергии и антенн. Большая антенна. Idziemy spać. Luli, luli. Ciekawe, co tym będzie raz. Надо поговорить. Я ухожу немедленно. От меня никакого толку здесь. И здесь, и везде. Заплатил тебе деньги. Никакие деньги не заставят меня закрыть глаза на то, куда все это катится. Все так тихо надо найти. Goodbye.
слушаю. Наконец-то, чёрт, уровень связи, я не могу нас прослушивать. Так что по-быстрому, мышь, надо встретиться. Найди нору и ныряй прямо в неё. А ты кто? Что? Что тут происходит? Я тот, кто я есть, мышь. Король по горой. Ясный день и темнейшая ночь. Они слушают, как всегда. Так что давай-ка без лишних вопросов умрёшь. Ты там в другом виде Михаила, мышь. Кот и славно. Встреть меня. Ищи в следующий око крысиного короля. Они зовут его Око Москвы. Я тебе кое-что покажу. То, чего ты так жаждешь. Маленький мышонок. Звезды и ряды. Облако яда. Тьма или свет. Спасения нет. Что? О чем ты бормочешь? Ты что-то знаешь? Знаешь, где она? Что с ней случилось? Расскажи мне все. С ней? Это интересно. Встреть меня лично, мышь. Кто ты? Что тебе известно? Где она? Расскажи мне. Черт! Самых подраженных. Idziemy spać.
Sam to się chyba powiem, czy nie wiem. Ciekawe, czy nie. Przypomnę, że to chyba trzeba omijać, czy nie wiem. Omijać to jako. Нет-нет, Танюша, ты неправильно играешь, солнышко. Здесь до минор, дорогая. И только так. Это же Крейслер. Один из величайших композиторов всех времен. Ты правда этого хочешь, да? Поехать в Ленинград? Изучать физику? Это все потому, что там живет твой парень? Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Siódmy. Черт. Так себе видок, да? Что случилось? Так себе видок, да? Твари эти атаковали. Последняя до меня добралась, а я ей башку снес. А теперь застрял тут. Зачем это? Эй, я тут все патроны на эту тварь потратил. Патрон не одолжишь? Сейчас поясню. Я отсюда не выберусь. Так что... Teraz pomóc mu zabić. Czy dać mamy już? Później nie było jak wtedy. Tak mi się nie płaca. Давай я сам это сделаю. Спасибо. Не хочу, чтобы ты смотрел. Покончу с этим, как только уйдешь. Co dalej nas tu czeka? To się dowiecie w następnym odcinku. Chernobyl, it took everything from me. Everything but my life. Now, it has come back for it.